Ты говорила, что веревочкой с тобою я соединен, и освещала дальней звездочкой мой потемневший небосклон. Эту крепкую веревочку никто не смог перерубить, никто не сможет нашу лодочку без воли Божьей потопить. Эту крепкую веревочку никто не смог перерубить, никто не сможет нашу лодочку без воли Божьей потопить. Лимит на телефонной карточке не мог с тобой разъединить. Да что нам эта недостаточность, не оборвалась наша нить. Нет связи более надежнее соединения двух сердец. Лишь нужно быть поосторожнее, чтоб не разбить любви дворец. Нет связи более надежнее соединение двух сердец. Лишь нужно быть поосторожнее, чтоб не разбить любви дворец. Мы это знали, в это верили, любовь сквозь годы пронесли, и снова мы друг друга встретили, друг друга снова обрели. Как было объяснить незнающим про ту веревочку любви? Лишь головами понимающим они в ответ кивать смогли. Как было объяснить незнающим про ту веревочку любви? Лишь головами осуждающим они в ответ качать могли. Почему никто не улыбается? А как же нынче ненаглядная без той веревочки тугой? Жизнь без любви не будет ладная, а нужен жизни нам другой. Тот, кто невидимой веревочкой соединяет нас с тобой, ведет премудрой верной тропочкой туда, где царствует любовь. Тот, кто невидимой веревочкой соединяет нас с тобой, идет премудрой верной тропочкой туда, где царствует любовь. Идет премудрой верной тропочкой туда, где царствует любовь. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Меня зовут Иван Раймер, или Йоханнес, как в Германии назвали. Я не первый раз тут. Давно меня тут не было, несколько, по-моему, лет прошло. Вы повзрослели, насколько я вижу. Посидели. И все-таки все еще улыбаетесь. Я решил привести вам, к вам на этот раз супругу мою, Корнелию. Корнелия, где ты? Не вижу, где моя жена Корнелия? Пожалуйста, поднимись. Вон она сзади стоит. Ага. Тема, которая меня волнует, не связана с всемирным финансовым кризисом. Вроде бы кажется, что нет важнее темы, этой темы, потому что куда ни приедешь, везде люди об одном только и говорят. Потеряли работу, нет денег, потеряли бизнес, не способны платить за дом и так далее и тому подобное.
Вроде кажется, что это уж самая основная тема в мире, потому что экономический кризис ломает общество. Куда ни двинешься, везде одна и та же тема. А когда поглубже посмотреть, то мы, может быть, начнем понимать важность нами поставленной задачи разобрать принципы здоровой семейной жизни. Когда посмотришь на общество, которое ломается как раз в этой области, семьи разваливаются. У нас в Германии в течение последних месяцев вышло несколько статей, которые просто требуют закончить разговор о вечной любви. Потому что ее нет, этой вечной любви. 2/3 всех семейных пар в Германии разводятся. В России система еще другая. Там более чем 90% семей, которые в настоящее время находят друг друга, разводятся. В других странах мира ситуация не лучше. Я не владею ситуацией в США, но мне кажется, что и тут не по-другому. В христианских общинах, в церквях евангельских христиан-баптистов, например, из которых я происхожу, в наших церквях каждая 10-я семейная пара расходится. Причем не играет роли, насколько либеральными эти церкви не были, как в консервативных, так и в либеральных семьях. Конечно, есть еще те, которые держатся. Держатся почему? Потому что все-таки в небо хочется. Если бы не было закона Божия, если не было бы заповеди, если бы не было страха попасть в ад, и они бы разбежались. Кажется, выхода другого нет. Закончить разговор о вечной любви и выйти в другую сферу счастливой жизни, без таких обетов и обещаний. Тема нашего вечера «Любовь не знает границ. Как любить бесконечно» – очень важная тема. Мне кажется, что более важной темы на момент у человечества нет. Потому что если развалится устой любви в нашем обществе, развалится просто-напросто общество как таковое. Любовь держит нас вместе. Любовь описывает те границы, за пределами которых жизни как таковой не будет. Поэтому нам с вами обязательно надо на эту тему поговорить. Я хочу с вами поговорить о любви, которая делает человека счастливым. Я счастлив. Женился 27 лет назад. Женился на немке, не понимавшей русский язык. Межкультуральный брак, забракованный с первых дней моей бабушкой. Она мне так и сказала: у нас так, за своего не выйдешь, ничего не получится. И она 2 года за нами наблюдала, даже не приветствовалась. Как этот вдруг за немку? Я хорошо понимаю тех людей, которые сомневались в нас, и все равно мы остались счастливыми. Я буду вам рассказывать о том, как смотрит на эти вещи Библия, и мне хочется поделиться своим опытом. Опытом, который завязан на узах счастья. И за это я очень благодарен. Я надеюсь, что я не единственный тут, и что мы в перерывах беседе друг с другом начнем свидетельствовать друг другу о том, что есть оно еще, счастье. И христианской семье не нужно расходиться. Есть устои счастья без границ. Об этом и речь пойдет сегодня вечером. Любви разница. Это первый мой пункт. Когда Библия говорит о любви, Библия называет любовь различными именами, названия различные. Термины, употребленные к описанию любви, они следующие. Например, любовь называется в греческом оригинале «эрос». «Эрос» – это любовь половая, то, что мы называем сексом. И мы с вами будем об этом говорить.
Потом Библия в Новом Завете называет любовь филией. Это способность человека влюбиться. Все мы способны влюбиться. Мне знакомый мальчик подходит и говорит: вы знаете, дядя Ваня, вы мне скажите, а что делаете со мной? У меня почему-то весь живот полон бабочек. Бабочки меня во мне поселились. И каждый раз голова автоматически поворачивается, как только я Надю увижу. Что со мной делается? Это что такое? Филия – способность влюбиться, способность любить. Такую способность описывает Библия. И мы с вами об этом будем говорить. Потом Библия говорит об агапе, о Библии, которая не свойственна человеку. Любви, которая не свойственна человеку. Любви, которую дает Бог. Любви, которая является основополагающим элементом христианской, семейной, брачной жизни. Мы с вами поговорим сегодня о любви. И говоря о любви, я хочу начать вот с этой способности человека любить. Человека любить. Филия – так называет эту любовь Новый Завет. Филия – это способность человека любить. Это не означает, что филия описывает только любовь действенную, любовь вечную, любовь безграничную. Как раз наоборот. Филия – это та любовь, которая может вылиться в отношение человека к человеку вообще не свойственному, скажем, людям различного пола. Мы тогда говорим о гомофилии, когда человек влюбляется в другого человека своего же пола. Гомосексуализм – современное слово, описывающее этот акт. Гомофилия. Или когда человек влюбляется в себя самого. Вот он влюбился в себя самого. Мы говорим себелюбие, самолюбие или эгофилия. Человек способен на совсем другого рода любовь, чем только любовь к другому полу, к женщине или к мужчине. Мы, например, различаем так называемую педофилию. Это когда взрослые люди влюбляются в детей и требуют удовлетворения своих половых, скажем, потребностей детьми. Педофилия. Еще хуже. Есть люди, которые влюбляются в трупа. Они могут любить только трупов. Называется это некрофилия. Или у меня знакомый, у него отец влюбился в железо. Вот он кругом собирает железо. У него весь дом заполнен железом. И полиция приехала специально убирать этот дом, потому что в этом доме нашли тонны железа. Называется это феррофилия. Короче, человек влюбляется в железо. Вот он ищет везде и вокруг железа. Он не может без железа. Он собирает всякое железо. Феррофилия. Человек способен влюбляться, но это никак не означает, что он любит так, как этого требует Библия или требует Бог. Способность любить не описывает, еще никак не описывает качественно любовь. То, что мы способны на любовь, это великое дело. И Бог вложил в нас эту способность. Но Библия полна, она полна текстов, которые описывают нам любовь неявственную, недейственную, любовь коррумпированную, любовь, которая ломает жизнь человека и никак не обустраивает жизнь человека. Филия – способность человека любить. И эта способность находит себе выражение в очень различном, в различных сферах жизни, в очень различных выражениях. Любовь, филия, способность любить не описывает качественно нашу жизнь. И мне кажется, в этом заключается одна из самых больших проблем. Бог вложил в нас способность любить. И эту способность мы с дня на день обустраиваем. С самых первых дней жизни родители нас воспитывают, и мы учимся у них любить. Как родители, так и дети. Между прочим, не играет роли, что бы мы нашим детям ни говорили. В конце концов, они так или иначе будут только
являться копиями нашего же поведения. Они наблюдают за нами и ведут себя так же. И делают то, что делаем мы. И они прекрасные психологи. Наши дети, они прекрасные психологи. Они всегда уловят то, чего мы никак не хотим, чтобы они уловили. Нам хочется, чтобы они в нас видели святое. А вы посмотрите, чему учатся ваши дети. Они обычно учатся тому, чему вы их не учить не хотите. И они прекрасно запоминают все эти слова, все эти выражения, всю эту нечисть. Мы получили от Бога способность любить, филию. И эту филию мы обустраиваем с первых дней нашей жизни. И в результате та укороченная, коррумпированная, изуродованная, иногда некрасивая, страшно выглядящая любовь или способность, лежащая в взрослом человеке. Есть люди, которые на любовь в принципе больше не способны. Они способны до самоудовлетворения, но на любовь они не способны. У нас сегодня в западном мире так и говорят. Есть люди, которые не способны на общение с людьми. Они одичали. Они не способны. Почему? Потому что жизнь, и родители, опыт жизненный сделал их такими. И об этом изуродованном воспитании нам с вами придется говорить. Мы продукт нашего воспитания. И наша любовь – это продукт нашего воспитания. И наша неспособность жить вместе, наша неспособность, даже будучи христианами, обустраивать нашу жизнь вечно – это прямой результат нашего воспитания. Люди обустраивают свою любовь. Ну и, конечно, Бог пытается всяческими путями, откровением оставить нас на своем пути, а дьявол всяческими правдами и неправдами будет пытаться увести нас от божественного плана любви. Поэтому мы все являемся продуктом, более или менее, вот этой борьбы, извечной борьбы между Богом и дьяволом. И находясь в середине вот этой борьбы между добром и злом, наша жизнь обустраивается так, как она обустроилась. Мы с вами должны будем об этом поговорить. Итак, Бог дал нам способность. Мы же эту способность обустраиваем. И то, как выглядит наша любовь, является результатом жизненного опыта, нашего воспитания, результатом того, что вложило в нас наша жизнь, наши родители, общество, даже иногда и церковь. И, конечно, дьявол тут как тут. Итак, друзья мои, Библия говорит, что все в нас, все, что в нас, в сердце нашем, мысли наши, жизнь наша, вложенная в нас, определяет жестокость, жестоковыйность или же мягкость нашего сердца. Наше сердце, умеющее или не умеющее любить, настроено. Филия – способность. Но чтобы эта способность начала действовать, необходимо человека настроить. От настроя зависит все. И весь вопрос заключается в том, как настроила жизнь тебя. Как настроила жизнь тебя? От этого зависит многое. Наш сердечный настрой определяет способность любить или же не любить. Еще раз. Наши отцы и матери, они с первого дня нашей жизни учили нас любить или же научили нас ненавидеть. Учили нас верить в любовь или же учили нас не доверять любви. Учили нас ругаться или же учили нас обходиться вежливо друг с другом. Не слова, а жизненный опыт определяет конечный результат. Школа, переживания с друзьями, грехи наши, они нас формировали. Мы любим так, как настроил нас на любовь наш жизненный опыт. Для этого это очень важно понять. И еще последнее, прежде чем мы подойдем к Священному Писанию и посмотрим, как смотрит на эти вещи Священное Писание.
Понимаете, люди иногда думают, ну, я по-другому не могу. Ну, я такой. Вот я только так холодно могу относиться к людям. Я такой. Я не могу по-другому. А я вот такая, я такая фригидная, я вот такая, я не могу по-другому. Я такая. Нет детерминированной любви. Ни один человек не может сказать, я такой, потому что я такой. Тебя Бог таким не сделал. Понимаешь? Тебя сделали, жизнь тебя сделала. Твоя любовь такая укороченная и такая исковерканная, не потому что Бог ее такой хотел. Ты не способен любить не потому, что Бог не вложил в тебя филию, Он вложил в тебя способность любить, но эту способность жизнь, окружающая тебя, сломала. И вот нам очень важно понять, что мы не являемся продуктом какой-то вложенной в нас Богом детерминации. Нам надо понять, Бог нас такими не сделал. А какими сделал нас Бог? Он вложил в нас способность любить. Он сделал нас людьми, которые могут любить так, как этого хочет Он. А как Он этого хочет? Для того, чтобы знать, как любить, надо знать, а как смотрит на эти вещи Бог. Надо иметь видение. Представьте себе, вы мне скажете, брат Раймер, я бы хотела поехать в Нью-Йорк. И отправился бы на Запад. Там не Нью-Йорк, там Токио. Нью-Йорк на востоке. Надо знать, в каком направлении двигаться. А в отношении любви надо знать, а как смотрит на любовь Бог. Как смотрит на любовь Бог. Что же вложил в меня Бог? И как хочет Бог, чтобы то, что вложено в меня в день моего рождения, было развито? Если не знаю, то тогда и меняться не буду. Требования Бога на Его уровне очень большие. Христос, например, нам в Матфея в 5 главе описывает свое представление о любви. Он говорит, написано, возлюби ближнего, как самого себя. Правильно? Но я вам скажу, любите врагов ваших. Любите врагов. Врага любить? Относиться к врагу так, как я отношусь к ближнему моему? Христос говорит, что нет большей любви, как положить жизнь свою за ближнего своего. Любовь, способная умереть, не требующая никакого удовлетворения. Любовь, которую требует Христос, это любовь за пределами всяческого человеческого самоудовлетворения. Любить так, как требует Бог, как требует Христос, а как это сделать? Любить, да, но как? Как? В 1 Иоанна, в 3 главе, 18 стихе написано, чтобы мы любили не словом и языком, а делом и истиной. Любить делом, любить на деле, любить действенно, любить так, чтобы все увидели. Не просто словами. Вы знаете, словами мы прекрасно умеем любить. Как я вас всех люблю, брат мне говорит. А после собрания дома качает свои права. Так что шум во всем городе стоит. Я люблю. Люблю громко дома, люблю вежливо в церкви. Потому что там наказать могут. Люблю. Любите делом и любите истиной. Любить истиной – это значит любить так, как этого хочет Бог. Значит, надо знать истину. Надо знать, чего Он хочет. Если я не буду знать, тогда жизнь моя не изменится. Вы познаете истину. Иоанна 8 глава, 32 стих. И истина освободит вас. Не зная истины о любви, мы не будем способны жить истиной, любовью. И она не будет вечной. И тогда любовь кончается, любовь заканчивается. На Западе, вот тут у нас, на Западе придумали даже такое богословие о смерти любви в брачной жизни. Ну, любовь умерла, ну, нет у меня больше любви, ну, расходись.
И вот тот же пастор, который тебя благословлял, тебя и разведет. И со следующим сведет, и со следующей сведет. Любовь умерла. Что ж теперь делать? Нет такого у Бога. Бог описывает нам любовь со своей точки зрения. И откровение Бога, Его истина, она является той тем фундаментом, той основополагающей исходной позицией, с которой мы будем способны жить любовью без границ. Любить правдой, делом и истиной. 1 Иоанна 3,18 – очень важный стих, описывающий нам это положение. Но как любить? Как и где взять настрой такой истинной любви? Еще раз, для того, чтобы понимать филию, вот эту принципиальную способность человека любить, и понять, как действует такая любовь, надо вернуться к действиям любви, филии. Филия – способность. Но для того, чтобы употреблять эту способность на дело, надо научиться настраивать ее правильно. Что толку от инструмента? Что толку от гитары ненастроенной? Ну, расстройте гитару, попробуйте сыграть. Ну, расстройте пианино и попробуйте сыграть на этом пианино. Не получится у вас ничего. Настроить филию, настроить нашу способность любить, в этом заключается один из самых важных моментов нашей безграничной христианской любви. А как же настроить? Как настроить правдой и истиной Божией? Еще раз, Христос дает нам понять, что такое наша любовь. Христос объясняет нам любовь, которую имеет в виду Он. В Луки 4 главе, 18 стихе, Христос, находясь в синагоге, читает Библию, читает книгу пророка Исаии, 61 главу, с 1 стиха, и цитирует это местописание, и говорит, между прочим, следующее. «Дух Святой на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелить сокрушенных сердцем». Или в оригинале написано «исцелить сокрушенные сердца», «исцелить разбитое сердце». У нас этот текст как в греческом переводе, так и в оригинале, в еврейском оригинале. Текст означает исцелить сердце так, чтобы сердце было способно делать то, на что это сердце было назначено и сотворено. Христос говорит, Он пришел для того, чтобы дать людям неимущим, людям с разбитым сердцем, сердце, способное любить. Сердце, способное любить. Вернуть человеку ту способность, на которую Бог его создал. Христос, Он возвращает нам потерянную способность. Он исцеляет сердце наше. Христос способен нас исцелить. Христос пришел восстановить сердце. В Матфея в 5 главе 8 стихе написано «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Блаженны чистые сердцем. Опять место, которое в греческом оригинале описывает вот эту чистоту сердца, описывает целостность сердца. Это чистое сердце, это то сердце, которое находится в состоянии, в котором хочет видеть это сердце Бог. Чистое сердце – это освященное сердце. Чистое сердце – это сердце изначальное. Понимаете? Вот когда ты родился чистым сердцем. И это чистое сердце было испачкано грехом и жизнью. Может быть, уже до рождения твоего испачкано наследственным грехом. Сердце испачканное – это не то сердце, которое видит Бог. Блаженные чистые сердца. Блаженные люди с исцеленным